брать у вас интервью. Ну как вам отдохнули? Папа. Да? Да откуда вообще прилетели? Куда летите? Это твоя дочь. Если вы не в курсе. Это ваша дочь. А она твоя мать. Так, где вы были? Никакой жизни, надо ее сломать. Что такое? Руки, руки, ручонки убрали, ручонки. Да, прогнался. Я буду сам снимать. Летим домой. С одной стороны хорошо, летим домой. С другой стороны печально, мы улетаем с моря. В цирк уехал, клоуны остались. Называется. Они меня не понимают. Так, ладно, все. Все, что ли? С вами неинтересно. Опа! Сразу камеру видит все. Скажите что-то. Модель? Моделька? Моделька? Скажите что-то. Домой нет. О. А вы еще скажете? Слов нет. Нет? Жалко, что мало. Ничего. Понял. Вот эта вся толпа едет, едет в Россию. В Россию едут люди. Аэропорт Бургаса. Мы летаем в Мюнхен. Рейс где-то через полтора часа. Уже прошли регистрацию. Климатизированные у них помещения. Так, довольно прохладно. Приятно. Не холодно и не жарко. На улице немножко еще жарко, так сказать. 3 часа ночи, а все равно на улице еще тепло. Так жарко, около 30, ну не 30, но 27 где-то было. Ощущается, что жарко, потеешь. Вот такое у нас горючее. Вот так. Thank you.
летели, самолет трясло, прилетели как будто в зиму, с 30 градусов, тут, наверное, градусов 12, холодище ужасное, пришлось распаковывать прямо на месте чемоданы и одеваться. Фу, вот это Германия. Ладно, пойдем дальше. Вышел из аэропорта. Я в Мюнхене. Тут суета. Я пошел на автобус. Не знаю, я же на автобус. Если вы заходите, это как раз Анкунф, там где приземляются, сектор С. Мне нужно сейчас найти автобус, шаттлбус, челночный автобус, который ездит из аэропорта на стоянку, где я оставил машину. Опускаемся в подземельное царство на эскалаторе. Тут, кстати, эскалаторы во всю длину работают. Подземелья можно от одной парковочной стоянки до другой, в принципе, за очень короткий срок добраться. Если кому-то нужны туалеты, они всегда в шаговой доступности здесь. Так. Шедулетбус. Шедулетбус. Так, наверное, сюда. Шедулетбус, наверное, сюда. Я в прошлый раз этот гребаный бус искал, не мог найти, как к нему выйти. Спрятали. Сразу не определишь. Ну вот вроде бы нашел. Визуально уже знаю, где он находится. Он заезжает, проезжает по всей территории, заезжает сюда вниз, делает такой резкий-резкий разворот. Вообще нереально, как бус с госприцепом, с гармошкой, вписывается в этот вот опасный поворот. Тут на легковой там сильно не разгуляешься, а он на таком автобусе длинном поворачивает. Вот именно вот здесь, вот тут, вот где сейчас легковая еле-еле выруливает. Вот. Ну, это легковой цех какая-то другая, вероятно. Фоу. Ой, наверное, для природы дождь и градусной жары в такую погоду попасть вообще просто нереально. Хоть садись и назад улетай. Там было так кайфово. Ночью ходили в маечках. И было жарко. В шортиках. В летних тапочках. А тут, блин, оделся. Как матрешка, ё-моё. Весь как матрешка оделся. Мысль у меня, может быть, только по лицу сейчас видно, что я с отпуска приехал. Ну не будем мыть, что делать. Я посмотрел по погоде, по прогнозу погоды. Через два дня ожидается здесь снова 29, а потом дальше. Всю неделю где-то будет 28-29. Начиная со вторника. Сегодня у нас воскресенье утро. Блин, как-то время все перемешалось. Там было на час разницы. Здесь этот час назад мы отыграли. Но ощущение того, что уже, я не знаю, как будто мы после обеда прилетели, на самом деле тут раннее утро. 7 часов утра. Фу. Отходишь к этим на ресепшене, на информейшн. И как-то даже хочется сказать guten tag, а на самом деле уже ё-моё. Вернее, еще guten morgen. Доброе утро. Прикольно. Люблю путешествовать. Советую вам всем. Ищите возможность путешествовать. Потому что эти все бытовые неурядицы, они настолько малы
по сравнению с тем, что мы можем достичь, путешествовать, я вам советую. И у вас жизнь наладится. Вы совсем по-другому посмотрите на свою же жизнь. Потому что вот эта суета каждодневная, особенно у женщин, стирка, уборка, глажка, она съедает, она затягивает. И мы не замечаем, как мы становимся рабами этой ситуации. Это бред. Жизнь, она такая короткая, очень короткая, она пролетает. А после вот такой небольшой паузы ты начинаешь понимать, что все-таки можно жить по-другому. Изыскивайте эту возможность. Это мой вам совет. Не жалейте денег. Окей, вы можете бюджетно путешествовать, не обязательно гулять в люксус-отелях. Можно нормально, даже просто самому. Есть сейчас столько всяких сайтов, где вы можете сами взять билет, взять отель какой-то там недорогой, полететь и все, и вы уже в другом мире. В другом мире, в другом измерении. Где этот гребаный автобус? Все там ходит по расписанию. Нужно просто посмотреть, когда он приедет. Сколько у нас сейчас время? Посмотрим время. Время у нас 7 часов 14 минут. 7:21 он должен приехать. Еще 7 минут будем ждать. Будем мокнуть. Ну вообще пойдем под крышу. Что нам мокнуть? Никуда не торопимся. Да? Будем мокнуть. Надо было там еще побродить, что-нибудь поснимать в аэропорту. Просто боюсь зайти, сейчас он приедет. С этой немецкой пунктуальностью он всегда приезжает практически вовремя. Вот тут такие машинки, смотрите. Написано «Arznei Mittel weltweit». Это означает, что они вам доставят медикаменты в любую точку земного шара. Вот если вам этот нужен, полезный телефончик. Можете воспользоваться, вдруг, мало ли. Понадобятся вам медикаменты, не дай бог, конечно. Но все в жизни бывает. Бывает зуб разболится, бывает сердце. Никто от этого не застрахован. Велькому написано to smoke free airport. Smoke free, значит, курить нельзя. Как он тут проезжает, просто нереально. Через нашу стоянку, через новый отель заезжает на паркинг P41, где я запарковался. Сейчас посмотрим, как он тут повернет. Это же просто нереально. Это, блин, пилот дальнего плавания. Смотрите, как это поворачивает. Я офигею просто. Я просто офигею. И повернет ведь, ничего не заденет. О, красава. Красава просто.
пилот Формулы 1 отдыхает. Я думал, мы не долетим. Как он трёсся. На высоте 10 тысяч. Пристегните ремни, зона турбулентности. Как давай трястись. Ё-моё. Самолет еще похож на нашу тушку, блин. 134-ю. То, что турбина у него сзади. Но это был этот Боинг. Американский Боинг. Бомбардир. Ну пипец, нафиг. С такой погодой, ребята, лучше не летайте. Себе не будете. Берлин, но он разорился, не знаю по каким причинам, они его обанкротили, и все, нету этих машин, то весь аэропорт был красный, красно-белый Air Berlin. Вот старички стоят, все еще стоят, музей. Переход над дорогой, и там этот Штрассенбан. На нем вы можете в Мюнхен доехать, а оттуда во все уголки нашей необъятной родины. Раньше был светофор. Как немцы вообще быстро реагируют, если где-то светофор стоит и недостаточно функций электроэнергии и увеличили пропускную способность. Молодцы. Красавчики. Открылся. Не хотел открываться сначала. Говорит, я тебя не знаю. Куда он денется с подводной лодки? Сильнее давите на кнопочку. Можете повторить сим-сим, откройся. Он вам откроется. О, пропускает пассажиров. Ничего тут не боятся пешеходы. Бегут им по барабану вообще. Их жизнь.
Они так уверены, что их пропустят, а? Вообще я в шоке. А если переедут? Потом доказывай в суде, что ты не верблюд. Так, ладно, я сейчас заплачу. Посмотрим, что дальше будет. Вот он мне показал 79. Теперь будем платить. Хрень, перехрень. Animal Melbity. Все. Заплатили филиндан, кунгут и фарт. Блин, льет дождь. Льет дождь, не совсем удобно. Извиняюсь, конечно, за качество будет не очень убедительным. Ну ладно, что теперь. Кому, говорит, сейчас легко. Тем более дождь — это благодать природы. В Африке молятся, чтобы дождь пошел. В Германии, блин, молимся, чтобы солнце вышло. О, красавец пошел. Как он в такую погоду взлетает? Такая дура. И с этой стороны пошел. Ой-ой-ой. Трудно им, наверное, в дождь лететь. В турбину же вода попадает, сопротивление увеличивается, он, наверное, блин, просто глотает солярку, керосин. О, посмотрите, в Германии лужа, обалдеть, не досмотрели, не гуд, не гуд, можно утонуть. А кто там машину поставил, что ему, вплавь добираться? Ай-яй-яй, да-да-да-да-да, не гуд, народ. Смотрите, ой-ой-ой, такие бабки рубят, ё-моё, пора сделать, поднимем шум, пошуршим. Ай-яй-яй-яй-яй, вот точилы стоят, красивый мерз. Как они друг за дружкой все повторяют, эти машины, только один какого-то более-менее разумного выпустил, сразу все повторяют за ним. Подделывают. Блин. Ладно, пора закругляться. О, наша стоит. Машина. Чусадей. Привет, друзья. Я специально приехал на это место, чтобы заснять ту картинку, которая была. Я ровно неделю назад уезжал отсюда. И я попробую сравнить, показать вам, какой я был и какой я стал. И поэтому вы сами можете просто по картинке отличить, насколько человек за короткий век, за короткий срок, за совсем маленький урлоп, отпуск может измениться. Это полный позитив. Пропустил. Дяденька. Прям не в моготу. Прям не в моготу. Ну, я думаю, что вы увидите. Все на позитиве, все прекрасно. Отдыхайте, отдыхайте, заботьтесь о своем здоровье. Самое главное, вы больше потратите, поверьте, вы больше потратите на лекарства потом. Немножко сэкономьте и езжайте в любой отпуск. Отвлекитесь от этой мирской суеты, от домашних хлопот. Ну все, а мы едем домой. Спасибо за внимание. Пока-пока.